В этом году гостей ждут на трех площадках. Наряду с театром драмы круглые столы и обсуждения пройдут в Алтайском госуниверситете и правительстве края. Центральные темы – проблема подготовки IT-кадров, кибербезопасность, технологии умного города, но главное – развитие цифровой экономики как в России, так и в Алтайском крае. Мы постараемся пригласить компании, которые уже имеют опыт, потому что в любом деле важен практический опыт. Мы планируем пригласить компании, которые активно используют цифровую экономику, уже не просто в планах, но сделали первые шаги. Открытие форума состоится 18 октября в Театре драмы. На официальном сайте мероприятия продолжается регистрация всех желающих.